Приветствую вас, дорогие подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Валдай, и мы продолжаем прохождение замечательной игры, которая называется Assassin's Creed Syndicate. Ну что же, прошлая серия у нас была полностью несюжетной. Мы, в общем-то, измывались над тамплиерами, всячески их убивали. И теперь поехали, выполняем какие-нибудь задания сюжетные. Например, задания сторонников. Хотя это, наверное, тоже не особо-то сюжетная миссия, но тем не менее. Давайте сходим, посмотрим, что там и к чему. Что нам предлагает там сделать. Так, поехали. Только вверх и вперед. 300 метров по железнодорожной насыпи бежать, я думаю, что не самая лучшая идея. Но другого выбора пока у нас нету. Ну, хоть поезд не едет сзади. Не раздавит меня. Спасибо и на этом. Получается, прямо на территории вокзала железнодорожного, да, находится задание, судя по всему. По крайней мере, очень на то похоже. Какие-то чуваки сидят на солнышке осеннем, отдыхают вместо того, чтобы работать. Ай-яй-яй. Так, ну что же, вот он, собственно, вокзал. Давайте поднимемся, хоть как белый человек, не будем ходить по реально по рельсам. Так, видимо, нам нужно будет выйти, что ли, нет, с вокзала, потому что хрен его знает где. Или попробуем, может, все-таки тут внутри где-то. Пока непонятно. Да, все-таки внутри вокзала. А вот и он. Ну, здорово. Рассказывай. Ну, конечно же, очередная фирменная перемотка времени. А я вас ждала. Добро пожаловать. Наша задача... следить за порядком в Лондоне, наблюдать за грузами на дорогах и на море. Но есть проблема. Висельники. Если поможете мне, буду благодарна по гроб жизни. Лондон станет безопаснее. Что-нибудь приглянется, берите. Что-нибудь обязательно. Так, ну что ж, пока ни хрена не понятно, кроме того, что нужно висельников мочить. Чё к чему? То есть поболтали типа и все на этом, да? Вот и вся миссия. Однако ж, интересно. Так, ладно. Давай сестра поглядим на карту далее, что нам еще доступно, интересно. Потому что это, по сути, показалось не миссия, а так, шляпа какая-то. Воспоминания Чарльза Диккенс. Рекомендуемый уровень 5. А здесь... изысканные узоры Линча. Освобождение детей, это не то... Вот, воспоминания Чарльза Диккенса, Баркли Сквер, 50, рекомендуемый уровень 4. Вот это, в принципе, то, что нужно. Я думаю, что совершим, пожалуй, быстрое перемещение. Не зря, все-таки мы парились с вами, открывали все эти точки. Я думаю, что так будет гораздо проще. Гораздо быстрее. Хотя загрузки в игре, конечно, тоже довольно долгие. Если группа врагов находится при смерти, нападение на одного из них придет к мультидобиванию. Да, это мы с вами уже пробовали. Выглядит оно довольно-таки эффектно, это мультидобивание. И у нас теперь еще получается прокачан, по-моему, у Джейкоба, да? Или у Иви, я не помню, у кого-то из них, короче, навык, что если одного мы оставили при смерти, то нападение второго также вызовет его при смерти. То есть, в принципе, это очень удобно получается, потому что если против двух врагов сражаешься, буквально одного можно только побить так, как следует. Так, не жалея сил. Потом второму буквально с одного удара можно будет уже отправить нокаут. У многих лондонских тюрем имелись прозвища. Здорово. Какие прозвища прочитать, к сожалению, не успел, потому что загрузка практически завершилась. Но это, в принципе, и хорошо. Потому как сколько можно ее ждать-то уже, собственно. Так, похищение грузов, это здорово. Где у нас, собственно, наша цель? Я пока в упор не вижу. Может быть, мы не ставили... Да, мы, наверное, не ставили метку. Ну что же, мы это быстренько исправим, мероприятие. Поставим и поехали тогда. Не будем использовать мы прыжок веры, потому что нам ни к чему сейчас... Нам нужно просто добраться куда-то дальше, вот туда. Вот, собственно, этим и займемся. Внимание, область 8 уровня, рекомендуется улучшить навыки. Жестко. Жестко. На 8 уровень пока я не готов. Так, в принципе, можно, думаю, спрыгивать вниз. Здесь уже там ничего не мешает, просто пробежаться. До миссии. К
каких-то 40 метров. Ну что же, господин Чарльз Диккенс, я крайне заинтригован предыдущей вашей миссией. Давайте посмотрим, что будет дальше. Баркли Сквер. Обследуйте самый таинственный дом с привидениями в Лондоне. Мне нравится. Ну, естественно, дом с привидениями нужно идти ночью. Глубокой, мать его, ночью. Как же иначе-то? Поэтому очередная перемотка времени. Рада снова видеть вас, мистер Диккенс. Пришло ли уже время для новой истории? Кстати говоря, да. Прошу за мной. Ну, пойдем. Беркли Сквер 50. 4 этажа и надпись. Всяк, кто входит, берегись. Об этом ужасном доме ходит много странных легенд. Первый из известных случаев – это призрак маленькой девочки, которую убил слуга. Ее видели в окнах чердака. Она плакала и в отчаянии заламывала руки. Жестко. Я готов ехать. А, мы ехать должны, понял. А то я думаю, чьи-то мы встали-то. Че стоим, кого ждем? Блин, там преступники, конечно, здорово, да? Согласно другой легенде, на чердаке обитает дух девушки, которая якобы выбросилась из окна, спасаясь от надругательства. Говорят, будто призрак висел на карнизе окна и кричал. Этим домом одно время владел мистер Джеймс Джаспер, хармейстер, куривший опиум. Его племянник Эдвард был обручен с его ученицей. Прекрасные розы. Однако Эдвард исчез при загадочных обстоятельствах. А за ними сам Джеймс Джаспер. Возможно, ушел искать утешение в объятиях дурмана. Ну что ж, мистер Чарльз, история вполне интригующая. Мне уже не терпится посмотреть на этот дом, что он из себя представляет. Ох, блин. Только зря, наверное, я ошибаю все столбы. Ну, что поделать. Бессмысленное разрушение. Кстати, ачивку можно получить за это, если еще и пошибать. Так что, в общем-то, неплохо, наверное, что мы это делаем. Ладно, как бы то ни было, мы добрались. Тихо. Так и надо. Прошу. С удовольствием. Так, исследуйте дом с привидениями. Найдено улик 0 из 2. Хотя здесь никто не живет, дом по ночам наполняют крики ужаса, звон колоколов и стук ставен. Боюсь. Так, ну давай искать улики тогда. В общем-то рояль играет, я уже слышу. Значит, наверное, стоит подняться наверх. Тут у нас внутренний двор получается, да? Да. Во двор нам не нужно. Пойдем-ка лучше к роялю. Мистер Диккенс, мать твою, давай пропусти меня. А, боже. Не хочет. Ничего. Так, ну пойдем посмотрим. Как это в доме никто не живет, рояль сам по себе играет. Чудес же тоже не бывает, наверное. Жутковато, да. Но этот эффект создают пневматические трубы и клапаны. Говорят, на чердаке когда-то был заперт юноша. С внешним миром его связывало лишь маленькое отверстие в двери. Разумеется, в конечном итоге он лишился рассудка. Кажется, все легенды вертятся вокруг одной комнаты. Ну что ж, давай пробуем подняться на чердак и посмотреть, что же в этой комнате может быть интересного. Так, вижу сундучок, а это не может не радовать. Колыбелька. Всего лишь порыв ветра. Ого, может быть, я подожду здесь, пока вы не выясните, откуда этот смех. Так вот же, девочка была, откуда этот смех. Перехватить детей. Да, пробуем. Бежим.
Трое детей, все рассыпное. Пошли направо. Так. Сокращаем дистанцию по-быстрому. Сокращаем. Давай, 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 давай. Не до вас сейчас, подождите. Потом до меня доберетесь. Дайте сначала ребенка перехвачу. Ага. Хорошо. Только скажи мне, зачем вы здесь? Тебе-то что? Говори. Ну хорошо. Мы пришли за кладом. Мы нашли ключ от тайного хода. Какого хода? В доме номер 50 есть тайный ход. Ну, бери. Ты уж извини, пожалуйста, пришлось... человека убить, пока с тобой разговаривал. Такое бывает. Так, в доме номер 50 есть тайный ход. Это интересно. Пойдем посмотрим, что за тайный ход. Никуда он идет. Слава богу, что нужно было одного ребенка перехватить. Я уже думал, что всех троих придется ловить по городу. Это была бы настоящая жопа. Но нет, в принципе, все обошлось. Так, говорить. Вон он там стоит. Осталось только лишь до него добежать. Да, непогода, конечно, непогода. Ну, впрочем, это не удивительно. Мы находимся в Лондоне. Так. Ну, мистер Чарльз, все оказалось немножко проще. Никакие-то не привидения, это живые дети. Я нашел замок, только ключа нигде нет. Вот он. Угу. Прекрасно. Хрена. Исследуйте дом с привидениями, найди именно улик 0 из 2. Вот, кажется, уже какая-то улика. Ха, вот как это работает. Надо же. Механические рубильники, получается. Однако ж. То есть поворачиваешь рубильник, и вот внизу происходят всякие разные... ширпотребство. Отойдите. А ты еще кто такой? Я делал это снова и снова, прямо здесь, но все было напрасно. Так, тихо, 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 не надо, пожалуйста, меня ножом чикать, дай-ка лучше я тебя палкой побью. Розу сильнее, чем я. Это должно было разлучить моего племянника. С ней, бедный Нед. Понятно. Прости. Бедный Нед, прости. Так вот оно что, оказывается. Ты специально все это устроил, чтобы племянника разлучить. С Розой. Жестко. Реально жестко. Чертов безумец. Ну, по крайней мере, мы узнали, что здесь и к чему. Так, фриран вниз. Ну, я нажимаю. Так, чтоб тебя подкинуло. Ладно, просто пройди, дрот. Как нормальный человек по лестнице. Еще ниже. Увы, но этот миф развенчан. На Беркли-сквер нет никаких призраков. Лишь несчастный, доведенный до безумия чувством вины и дурманом. Это может стать частью нового романа. Но под силу ли мне это? Ну что же, отлично. Задание выполнено. Беркли-сквер, номер 50. Трости клинки, трость клинок Чарльза Диккенса. Награды получили. Неплохо. Давайте доценим, что за трость клинок. Может быть, она лучше, чем моя, так может быть, имеет смысл ее использовать в таком случае. Так, оружие. Так, так, так. Смотрим, где же у нас эта трость клинок. Вот она получается. Трость клинок Чарльза Диккенса. Требуется уровень 5. Выглядит, может, и слишком решительно, но это самое грозное его оружие, помимо пера. Офигительно. Надо ставить, но для этого нужно 5 уровень получить. А чтобы получить 5 уровень, нужно прокачаться. У нас есть, в принципе, 3 очка навыков. Но не знаю я, откроет ли нам это 5 уровень. Вообще вряд ли, наверное. Ну, давайте пробуем прокачать тогда мастера ножа. Или посмотрим, что у нас тут доступно интересного. Меткий стрелок позволяет автоматически подбирать оружие в середине комбо-удара. Столкновение при управлении экипажем приводит к меньшему урону и меньшей потере скорости. Снижает урон, получаемое от оружия дальнего боя.
Вот это, наверное, неплохо. Защита. Ну, это купим. Защита 2 приобретено. Ну и, к сожалению, получается, не хватает мне все равно на следующий уровень. Как ни крути. Чтобы я еще не прокачивал, всего не хватит. Ладно, в таком случае давайте посмотрим тогда на карту. 5 уровня мы достигнуть всегда успеем. Тут как раз он требуется. Посмотрим тогда, что у нас еще интересного доступно. Вот тут что такое? Наконечный уровень. Послание Стало Света. Воспоминания Чарльза Диккенса. Отлично, тут требуется как раз 4 уровень, поэтому поехали тогда. В общем-то, выполним это. Вы получили 1 единицу навыка. Навык доступен. 1 навык доступен. Ну, понятно все. Это ни о чем. Довольно жестко. 1300 метров, так что предлагаю, наверное, воспользоваться услугами местного экипажа какого-нибудь. Вот, в принципе, неплохая такая карета. На ней мы и поедем, пожалуй. Так. Так. Бессмысленное разрушение. 6 из 75. 7 из 75. То есть, в принципе, если так буду ехать, просто все рушить, то можно получить ошибку. Давайте попробуем тогда. Забавно, конечно, это выглядит. Очень забавно. Ну а что поделать? Если разработчики этого хотят, я не вправе им отказывать. Не так ли? Не успею разрушить все до конца. Надо, что половину, наверное, сделаю. Ну, хоть половина, и то неплохо. Так. Великолепно. Жестко, конечно. Ох, на меня заглись бандиты. Висельники. Ну ничего, мы, в принципе, от них быстро сейчас уедем. Кстати, что уже уехали. Ну, 375, как раз, да, реально половина получается. Даже меньше чуть. Мы приехали тем временем. Ладно, в принципе, ачивка понятна, как ее получить. Получим, я думаю, что в скором будущем. Теперь просто будем все наши поездки совершать именно в таком манере, такой вот необычной. Так, ну что же, господин Чарльз, продолжаем. Послание с того света. Наследуя дело о карете с привидениями, ассасин получает послание от таинственного незнакомца. Очередной раз перемотка, опять, наверное, куда-нибудь на полночь. Хотя, может быть, и полдень, потому что вроде как светло. У вас усталый вид. Все хорошо? Работе конца и края нет. В новом деле клуба привидений замешана карета. Она покрыта сусальным золотом, которое слепит всех, если светит солнце. Призраки прилагаются. Попробуем ее отыскать. От почтовых экипажей отказались, когда стали использовать поезда. Так, ну что ж, первая улика. Смотрим далее. О, я бы с радостью присела. Но дела не ждут. Какой-то матрас получается, да? Не, однако все-таки присела. Странно это тоже. Барыня. Так, хорошо. Ищем далее улики. Любопытно. Любовное послание. Мой дорогой Фрай, как я хочу снова оказаться в твоих объятиях. Со дня нашей последней встречи чувствую себя так одиноко. Тебя нет рядом, и это повергает меня в отчаяние. Молю тебя, вернись ко мне скорее. Я хочу видеть тебя, слышать твой голос немедли. Я жду тебя и готов всецело принадлежать тебе. Твоя и только твоя Элизабет.
Так, я тебя понял. У нас с вами предстоит погоня, я так полагаю, да? Бегом, бегом, бегом! Гоните экипаж менее чем на 2 минуты. Экипаж похитителя. Давай, давай, гони, 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 гони. Отлично. Готово. Что это? Что вам надо? Я друг. Можете не волноваться. Теперь можно, в принципе, рушить дальше. Этот подлец хотел заставить меня выйти за него. Меня ждут дома. Ну, значит, идем домой. Тут, уж извините, у меня ачивочка, поэтому будем все разрушать. О, нет! Его сообщники точно убьют вас! Ох, блин! Скорее, нельзя терять времени! Теперь уже не до ачивок. Точно. Теперь уже надо гнать. Ух ты! Твою ж дивизию, надо пить лекарства срочно. Твою мать, все, десинхронизация, повозка уничтожена. Офигеть, и как же тогда мне, собственно, тут поступать-то, я что-то не очень понимаю. То есть, хорошо, сообщники, бла-бла-бла. Потом, то есть мне нужно, может быть, залезть на крышу экипажа и попробовать как-то прыгать к ним, убивая их? Или как, или хрен его знает, что делать? Ладно, вообще мне было написано, что Y можно, помните, подсказки в одной из серий, во время загрузки, мы ждали загрузки и прочитали подсказку, что можно верхом, когда едешь, нажимать просто Y, и, типа, он быстрее по посвященным целям. Ну что-то я жал, и фигня какая-то, ничего особо она не стреляла. Ладно, надеюсь, что мы начнем снова с погони, и надеюсь, что все будет хорошо. А может быть, даже с того места, как мы экипаж перехватим, это было бы вообще идеально. Просто идеально было бы. Но что-то мне подсказывает, что не факт. Не, смотри-ка, ты их правда? С того момента, как мы перехватили экипаж. Это радует. Сообщники точно убьют вас. Скорее, нельзя терять времени. Точно. Хорошо, валим. Подняться на крышу. Господи, ты, боже мой. Какого лешего вообще? Что происходит? Так, понеслась, понеслась, понеслась. О, блин. О, мать твою. Ай, как больно-то, а? Так гораздо проще. Вот и все. И же еще не все. Но, видимо, не совсем. Еще один экипаж уже к нам едет. Нет, все, отлично. Оторвались. Я так благодарна вам. Отвезете меня домой? Да, не за что. Конечно, отвезу. Примите мою благодарность.
Вы приложили массу усилий, чтобы спасти меня. Как вас зовут? Иви Фрай. С дороги, мать твою. Так, полоску лучше не раздолбить, он у меня уже колеса восьмерками ходит, так что нахрен. Не сшибаем столбы, не гоемся за этой дурацкой ачивкой, просто едем. Может, нифига не едет-то особо. Так, наоборот, снижаем скорость. Резкий поворот. Нормально. Тихо, тихо. Твою ж дивизию, ладно, нормально. Вроде как приехали. Сядьте в экипаж, то продолжу вспоминать. То есть, блин, я зря на экипаже-то уехал. Надо было именно туда заехать. Блин, твою же дивизию, кто же знал-то? Ладно, так, хорошо, давай лошадка, тра, аккуратненько разворачиваемся. Аккуратно, не торопясь. Так, спокойно, спокойно. Прекрасно. Вы спасли не только мою жизнь, но и мою честь. Меня зовут Элизабет. Присядите рядом со мной, чтобы я могла взглянуть на ваше лицо. Давай. Где она? Просьба о помощи. Мои дорогие мам и папа, когда вы это прощаете, меня, скорее всего, не будет живых. Я не могу выйти замуж за маркиза, ибо люблю другого. Я должна бежать от этого жестокого тирана, но знаю, что он все равно найдет меня. Я очень боюсь и люблю вас. Прощайте, ваша дочь Элизабет. То есть, в смысле, я сел в экипаж, и вместо того, чтобы увидеть эту Элизабет, я увидел только письмо, она уже сбежала. Какого хрена? Вы словно привидение увидели. Что с вами произошло? Просто сон. Наверное. Лол. Это все, оказывается, ей снилось? Какого черта? Нифига себе. Вот это нормальная тема. Ну что ж, здорово. Мне, в принципе, понравилось. По-моему, было реально круто. И мы получили единицу навыка. Я думаю, что самое время тогда что-нибудь прокачать. Доступно 11 навыков. Потому что очень бы хотелось все-таки достигнуть 5 уровня. Я думаю, что можем попробовать вот это прокачать тогда. Мастер ножа. Мастер ножа приобретено. Отлично, мы получили 5 уровень. Ну что же, по-моему, это прекрасный момент для того, чтобы, собственно, закончить очередную серию. Я надеюсь, что вам понравилось. Хотя, впрочем, знаете, что время-то еще немножко есть. Давайте что-нибудь еще выполним, попробуем. Спугнуть задир. Да, попробуем спугнуть. Ай. Спугнули так, что в итоге и, блин, и сами чуть не пострадали. Так, хорошо, что мы там поблизости тут имеем интересного, что мы могли такого сделать? Хрен его знает, на самом деле. Так, пивоварня, освобождение детей, это долго. Охота за головами долго. Убежище банды тем более. Вот, в принципе, вот охота на тамплиеров. Вот это можно. Дети скотобойни. Рекомендуем уровень 5, у меня как раз 5. Собственно, есть, так что давайте попробуем. Вот это выполнить. Еще на оставшееся время. Хотя его, конечно, осталось не так-то много. Ну ладно, сделаем серию еще подлиннее. Я думаю, что вы этому будете только рады. А так, конечно, очень интересный такой получается. В общем-то, сон увидела Иви. Во-первых, там было написано «Миссис Фрай». Она как раз является «Миссис Фрай», потому что она Иви Фрай. Похищение груза. Нет, пока не хочу груз похищать. Вот. А во-вторых, собственно, какого черта вообще? Она вошла в каюту, там уже никого не было. Было лишь только письмо. Да, в общем-то, довольно-таки мистическое такое задание. Ну, как, в принципе, и все от Чарльза Диккенса получается, да? Блин, далековато выстрела. Надо было немного не туда, надо было в ту сторону куда-то стрелять. Хотите ставить до цели? Какого? А, у меня угнать экипаж включилось. Не, не хочу. Спасибо большое, конечно, но как-то я не фанат этих угонов. Ну, лучше я пойду на тамплиеров поохочусь. Это дело я гораздо больше люблю. Это дело гораздо интереснее. Так, стреляем.
Да, что бы я делал без этого Шенбяо, хрен его знает. С ним реально в разы удобнее и быстрее получается передвигаться по городу. Осталось 100 метров, практически приехали. Я думаю, сейчас надо вот еще будет на ту сторону улицы перемахнуть, и там уже как раз где-то задание и будет. Так, шикарно. Ну, а вот, собственно, и наша цель. Давайте смотреть, что мы тут имеем. Вижу, парочку нужно. Чарли и Большой Пит, заставьте цель убить брата. Вот это, в принципе, легко, мне кажется. Довольно легко. Впарит нас, не впарит. То есть это можно сделать с помощью этого самого. С помощью дротика отравленного. Это легко, короче. Так сначала надо остальную охрану уничтожить. Дабы уже не париться. Ну, а там уже все будет просто. Жесть, конечно. Метательный нож, в принципе, то, что нужно. Нам и так не можем метнуть его. Так, хорошо. Это же не цель или цель? Нафиг, нафиг, нафиг. О, как это было больно. Надо же было так впалиться-то. Так нелепо и глупо. Не знаю, теперь уже получится, не получится. Выполнить задуманное. Вообще, наверное, получится. Все, угомонились. Кажись, угомонились. Ну что ж, тогда... Тогда поехали. Твою мать. Какой нахрен посторонний? Что ты меришь? Тут еще и копы в этом доме. Ну вообще прям полный комплект впечатлений. Твою мать. Тут спалили теперь. А вот и не попал, как видишь. Так, ладно, спокойно. Спокойся, так спокойствие. Где второй братец? Так одного вижу. Палит опять. Уходи, уходи, мать твою. Так, нафиг, давайте режим скрытности включим, во-первых, потому что как-то иначе мы очень часто будем палиться. А во-вторых, давайте аккуратно все-таки пробуем вот эту цель вытянуть наружу. Не получится, да? Далековато я нахожусь. Ну давай же ты подойди уже сюда поближе-то, ну, к окну к этому. Твою мать. Вот ублюдок не пошел. Так, а где же тогда получается вторая-то это? Там брат с сестрой, я так полагаю, да? Ну, одно я вижу, а второго нет. Какого черта? Ладно, неважно, короче, входим и действуем. Да,
Давай, давай, ублюдок. Не получилось по-нормальному, это хотя бы по-плохому сделаем. Вот так-то лучше. Так, смотрим. Смотрим, смотрим, ни хрена не видим. Хорошо, пошли выше. Видимо, уже не получится, короче, заставить. Так я хотел. Ладно, тогда просто приходим, убиваем. Покинуть область. Да, получается, мы убили уже, получается, сами. Что ж, хреново. Ну, ладно, в целом, это не главное. Главное, что задание-то выполнено в любом случае. Худо-бедно, но мы справились с целью. Давайте просто покинем область тогда, и, собственно, на этом можно как раз и серию заканчивать. Ну что ж, дорогие друзья, надеюсь, что, несмотря на этот финальный фейл, в целом вам задание понравилось, потому что было неплохо. Ставьте лайки, не забывайте про комментарии, и большое вам спасибо за просмотр. А для вас играл и комментировал Валда, это была игра Assassin's Creed Syndicate на Epic Type. До новых встреч. Пока-пока.